Вопрос о строительстве автомобильной дороги на улице Романа Брянского стоял порядка 10 лет. Для 4 и 5 микрорайонов это особо важно. Основной дороги здесь нет. Чтобы выехать, например, от путевки на улицу Авиационную, не делая крюк, водители передвигаются по внутридворовой территории. Это и неудобно, и опасно для жителей близлежащих домов. Я здесь часто езжу, срезаю дорогу, то есть... Центра стоят все, приходится как-то срезать. Нужна дорога тут, разгрузка, конечно, нужна везде. Как жителя я считаю, что плохо, а как водителю хорошо. Просто если я вот живу вот в этом доме, допустим, здесь вообще-то детская площадка. Если тут будет четырехполосная, как бы все, за домом уже ни детям не выйти. С одной стороны, хорошо то, что вот этих вот по дворам не приходится ездить, а с другой стороны, как бы... Со стороны жизни, для что жителей, для, да, спального для спального района неплохо. Давно ждали дорогу, разгрузит, поможет пробки, ездить удобно. Как местный житель, приветствую. Сейчас проектно-сметная документация уже разработана, дорожники перешли от теории к практике. В этом 2016 году будет выполнен первый этап строительства, в который входит. Основная работа – это устройство ливневой канализации на всем протяжении и перенос инженерных коммуникаций. Водопровод, канализация, тепловые сети, электрокабеля, связь. Вот. И, собственно, устройство основания дорожного, песчаное и щебеночное. Завершить весь подготовительный этап планируется в этом году до 19 декабря. Полностью строительство дороги длиной более 1 километра и шириной с учетом зеленой зоны до 30 метров будет завершено уже в 2017. Во втором году уже, собственно, устройство дорожного полотна асфальтировано, четырехполосное, значит, движение будет организовано. Тротуары по обе стороны. Зеленая зона, освещение. Появятся и остановочные пункты. Запланировано пустить по улице маршруты общественного транспорта. Так что новая дорога должна стать удобнее и для тех, кто автомобилей не имеет. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск.